Комитет государственной безопасности СССР, Москва. Иностранный шпион, сын русского эмигранта и давний агент гитлеровской Германии, прибывает в Советский Союз для возобновления своей вредительской деятельности. Кроме этого, он должен проверить работоспособность старых еще фашистских агентов и навербовать новых из числа граждан послевоенного Советского Союза. И он типа вербует советского вора-рецидивиста по совместительству сотрудника советской контрразведки, который потом заканчивает еще шпионскую школу на Западе и возвращается в СССР шпионить. Но все иностранные шпионы потом заканчивают свою жизнь в Советском Союзе плохо. А шпионить на все вражеские спецслужбы остается один вор-рецидивист, он же сотрудник КГБ, он же обаятельный уголовник по кличке Бекас.